Господи, я ее играл на эту первый эпизод. Я играл на выходе игры. С ума сойти. Все хорошо, кстати, игру саму слышно. Я что-то про этот. Ой. Проглядел этот момент. Мрачно начинается, когда? Эй, Evil Beer, привет! На следующей игре обязательно вернем собаку, но... все Life is Strange мы будем проходить вместе с Рэм. Так. Ну ладно. А вообще, про Life is Strange я, честно, даже пропустил шумиху, когда он выходил, на самом деле. Я его скачал демку первого эпизода. Я прошел до момента в школьном... демку до момента в школе. Я не доиграл демку до конца, я выключил демку и пошел купил все 5 эпизодов. И, честно говоря, не пожалел. Мне Life is Strange первый до сих пор нравится. Кроме, наверное, последнего эпизода. То есть тут много есть скринжовых моментов таких, но, блин. Кстати, здесь он выглядит посимпатичнее, чем на PS4. Аркадия Бэй. Ей, добро пожаловать в Аркадию Бэй. Сразу чувствуется, да, качество, и сразу чувствуется, у этой студии впереди все только хорошо будет. Я уверен, что дальше их проекты будут только лучше один с другим. Film little pieces of time, but he could be talking about школа. Photography as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. Слушайте, я уже не уверен. Точно PS4 она выходила, не PS3. To shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? О, Джереми Флав, привет. На PS4, да? Sure didn't feel like a dream. Bueller. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Кстати, she saw humanity is tortured, right? And frankly, it's bullshit. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? И не говори. I can hear the class laughing at me now. Вообще, Макс сама по себе персонаж очень нравится. Мне нравятся все остальные, блядь, персонажи. And capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Эти, блядь, були школьные. Эти, блядь... Isn't that too easy? Кто там еще появится? What if Arbus chose to capture? I haven't kept up with my journal as much as I should. Their beauty or innocence. А, блин, прикольно. So, я бы с удовольствием. She could have taken another approach. I have to admit. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Me too, Victor. He captured the... If anybody else looked at this, what would they think? А, нет, они прописаны хорошо. Я не спорю, что они там плохо прописаны. Та же, например, вот эта, как ее? Виктория, по-моему, да? Я плохо помню, игру проходил на старте. Я не говорю, что они плохо прописаны. Они мне не нравятся. Меня ими бесят. Это в плане, что меня бесят эти персонажи. То есть... Хлоя, например. Я не спорю, что Хлоя может быть хорошо прописана, но я не люблю такой тип персонажей. О, здравствуй, Сара. Как твой новый интернет? Нормально тянет? Да, Виктория ее зовут, окей. В 4К
Не, я от них, от дотнодов играл только в первый Life is Strange. Все. Остальное, я, короче, Life is Strange 2 я слышал отзывы на первый и второй эпизод, по-моему, и на Tell Me Why я читал Сэм Агин Тред о первых двух эпизодов. Но я так понял, что он жопой играл и многое пропустил там, поэтому надо будет перепройти как-нибудь и понять, что там на самом деле происходит. Так. Кстати, игра на английском полностью интересна. Да-да-да, я хочу их больше, побольше их игр пройти. Вампир довольно любопытно смотрелся. Ей... Так, Макс 18 лет, да? Угу. Батька, Кейт. Так. Все окей? Алле? Так, ага. Так, мне кажется, Сара починил интернет и передал проклятие с проблемным интернетом мне, потому что у меня начинаются какие-то странные вещи, когда у меня падает интернет периодически. Раз в несколько дней у меня начинает падать интернет. Так, сейчас все окей, да? Угу. Опс, я бутылку с колой чуть не уронил. Так, все слышно, все видно, да? Так. Угу. Блин, в общем, короче, мне, наверное, все-таки надо или уходить с Билайна, или что-то делать с... Я хер знаю с чем. У меня просто пропадает соединение на несколько секунд, потом подсоединяется. 18 лет! Ей исполнилось аж 18 лет! Эй, Ворон! Уоррен клёвый чувак. Я знаю, что многие его ненавидят, но я не понимаю, почему. Essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, and I have my little camera bag is battered, but still kicking. Explains why Frank was Kerouac's photographer. Эй, Уоррен клёвый. And both were the great chroniclers. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Yes, Роман, я не скажу. If you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. Блять, такой выебистый, сколько ему лет? Вот сколько ему лет? Max, ему есть хотя бы тридцатник. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Не, он мне нравится. Так. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody Мне его озвучка here who нравится. Knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Good, Victoria. У школьников мне не нравится озвучка, наверное. Making them extremely popular from the 1800s onward. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st так, century. Так, чат встал. Окей, but сейчас. I like it old. Да. Сейчас, момент. Момент. Чат встал. Чат, конечно же, встал. Так, как мне его поправить, вопрос? Знаю только один способ. Окей.
Так, теперь он... Ой, упс, не то. Теперь, по идее, он должен начать нормально работать. Будем надеяться. Так, мне это не нравится вообще происходящее с интернетом, честно говоря. Так, это не вариант. Это вообще не вариант. Если так он постоянно теряет скорость, это нет. Это, блядь, даже не близко. Это уже второй раз за 20 минут обрыв соединения. Это нет. Если сейчас еще раз он... Сейчас, момент. Что может быть проблема? Я не знаю, может быть, не стоит мне вообще тогда сейчас стримить, лучше завтра купить нормальный роутер и начать заново все. Нет, у меня единственное только на раздаче стоит что-то, но там минимум какой-то вообще абсолютный. Мизер. Не, у меня просто обрывается интернет. У меня именно пропадает соединение. Это не скорость. Это чисто у меня полностью весь интернет выключается. Так. Я не понимаю, что может быть проблема. Так. Причем, как я понял, только на моем компьютере обрубается интернет. Он остается на других компьютерах, которые в сети у меня, да? У меня остается на приставках, у меня остается на телефоне интернет. А, нет, в этот раз даже нет, в этот раз даже на телефоне не остался. Так. Я не знаю, я не понимаю теперь дальше вообще. Я до 20 минут потратил на то, чтобы проверить, работает интернет или нет. Блять, как меня это бесит. Я не понимаю, в чем проблема. Так.
Да не знаю, сейчас я смотрю, у меня опять она на секунду упала в красную зону. Так, ладно, попробуем. Блять, смысл есть пробовать, я даже не знаю. То есть, если меня дисконнектит каждые несколько минут, это в чем может быть причина? Я не понимаю. Так. Ну ладно, попробуем чуть дальше, да? Посмотрим, что как пойдет. Я сейчас попробовал роутер перезагрузить. Может быть, в нем была проблема, может, он просто завис. Но если он еще раз отрубится, тогда я, пожалуй, все, пока не куплю новый роутер. Я тогда завтра... Я думаю, заказ я по-любому сделаю на новый роутер. Потому что это не это не нормально совершенно. Ой, блядь. Or even online. Hey guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart. Добрый вечер, привет. Taylor, можно, но тогда у меня не будет интернета в соседней комнате, а мне он нужен там. То есть у меня, я не один живу, мне нужен это, мне нужен интернет на двоих, короче. Плюс приставки у меня подключены еще к интернету. Дома две PlayStation 4. Обе по Wi-Fi подключены. Так. Ладно, посмотрим. То есть, в принципе, мне именно нужен роутер. Так, ладно. Макс, да? Сейчас, момент. Все окей вроде, да? Да. Так. Принтер, ебать, принтер! Этот принтер охуенный. Бля, было бы охуенно посмотреть, как на нем все распечатывается. When I don't suck. Someday. Блять, она в жизни принтера не видела, это пиздец. Я просто очень зол сейчас. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Мистер Джефферсон довольно популярный дядька. Я смотрю. Так. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Компьютеры здесь, ну, наверное, так себе, я не знаю. Looks like somebody was already working on this. Cool. Так. Когда эта игра вышла? В 14 году? That was amazing when Mr. Jefferson took the class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. У Макс клевая озвучка. Мне Макс вообще нравится сама по себе. Мой любимый персонаж в игре это, наверное, Макс. Жаль, что она постоянно с Хлоей ходит, а? Damn, they have carbon fiber tripod. Damn. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. 2015, охереть. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Я бы... Сара, ее же нельзя нигде купить, как я понимаю.
Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. Вот сука. She's 15 years old and people laughed. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Вообще, это, наверное, не особо тактично в чужие вещи лазить вот так вот, чужие таблетки. Бля, охуя себе на камеру столько денег потратить. Это как 10 Xbox Series X. Так. This might make a cool shot. Рэйчел, Эмбер Форева. Это первый раз, да-да. Бля, я же в Before the Storm не играл. Так. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. В смысле меры измерения? Hi, а, в смысле Xbox? Hi, Max. А, ну мы же про PlayStation еще ничего не знаем. Будем знать цену, будут измерять в PlayStation. Да-да. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Удивительно, на самом деле, что Макс, она вообще кому-то относится с симпатией, кого-то зовет. Я не знаю, она выглядит как персонаж, которому на всех было бы настроение. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Не. Да, вообще ситуация здесь отвратительная. Школьники здесь уроды. Прям как в реальной жизни, охуеть. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henri Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Avedon among the masters. Dali, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Не. Хотел бы я вот так бы интересоваться темами, которые я это изучал. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Ну понятно, да. Дедлайн. Погодите, действие происходит в 13 году, нихуя себе. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Был бы кот, он бы объяснил, почему плазма, наверное, плохо. Я хер знает. Я не разбираюсь в HD-телевизорах. Так. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. You can never escape the lighthouse here. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Так и есть. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Интересно, чего это? Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture.
Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. Я говорю, он постоянно говорит, что он старик, блядь. Ему лет 30. But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist. Какой вдохновляющий мужчина. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Она реально подкатывает к мистеру Джефферсону, кстати. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Так, ну что, мы все в классе осмотрели, да? You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. Welcome to the real world. Hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how hip she is. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. И, собственно, вот это момент, на котором я выключил демку и пошел и купил весь сезон. Потому что мне очень понравилось это вступление. Кстати, в Tell Me Why вообще какая-нибудь мистика присутствует? Или там чисто просто детективная история? Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Сара прошел полностью с удовольствием. Он прямо в восторге от этой игры. I hate having everybody see inside my locker. I love that picture of mom and dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Я еще не скоро до нее доберусь. Таким темпом. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Дейна. Дейны неплохие штаны. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Дейна выглядит интересно. Stella is always deep in her nose. She didn't come to Blackwell to mess around. А, это же не high school получается, это уже колледж, да? Я правильно понимаю? 18, если им по 18 лет уже. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. А, я думал про Tell Me Why. Камеру нельзя вращать, что? Что с камерой происходит? It looks like she's been gone for months. Так. Пропала 22 апреля 2013-го. 19 лет, вес... Ой, вес, высота я хер знает, вес хер знает, блондинка, ой, глаза хер знает. Не, я в самом начале. Это самое-самое начало. Я просто из класса вышел и иду по коридору. Don't need a PC. Missed the poetry jam tryout, and I did not steal that backpack. О, Лакни, привет. Добрый вечер. So messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Что значит сломали? Что значит? Бля, почему я камеру не могу вращать? Что за дерьмо? Кажется, эта мышка мешает моему геймпаду. А. Эта игра может одновременно... Смотрите, я могу мышкой, да, управлять? Могу управлять геймпадом. Знаете, какая игра так не умеет? Modern Warfare новый. В смысле поломанная? Музыка поломанная? Вроде играет American Girl нормально.
Или что-то с ней не то с музыкой. Бля, если опять еще и со звуком какие-то проблемы. Good thing I left my AK at home. Good thing I left my AK at home. А, ну может быть, да. Good thing I left my AK at home. Она шутит про school shooting. А. Это. Ну. Ну я предпочитаю. Не, я просто хотел в колду как раз попробовать поиграть с клавомышью. У меня был подключен геймпад. Оказывается, она не умеет, а то надо выйти из игры. В настройках переставить на геймпад, ой, на клавиатуру, и потом зайти заново. Principal doesn't come out of his office much. Miss Grant? Miss Grant is a great science teacher. Rachel Amber, she's so pretty. I hate these posters, so sad. How many students ever actually memorize all this shit? We all should these days. Ну вообще, это очень простая планировка. То есть, в принципе, это прямо легчайшее. Ну, Borderlands, да. I need to go splash some water on my face and freshen up first. There's the lighthouse again. Ну, мне Макс нравится. Она напоминает мне себя в таком возрасте. Halloween, my favorite time of the year. The Bigfoot stomp. I should develop some school spirit. Go team. Trevor. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Но я не любил скейтеров в ее возрасте. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Так, еще постер с Рэйчел. I wonder what actually happened to her. А, мы узнаем, что с ней произошло. Black Wolf sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. They do stomp. Я не знаю, у меня, в принципе, к графонию претензий практически нет. К лицам, да, к анимации, да, но так, в общем и целом, меня устраивает такая графика. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Я помню, когда у нас еще предприятие было довольно маленьким, у нас разные были, по почте были рассылки про этот. Типа, ну, по корпоративной почте. Я ищу там в группу гитарист или еще что-нибудь такое. Прикольно так было. Сейчас такое нихера нельзя делать. Жаль. Ну, ты зайдешь в туалет-то, нет? Ты же хотела. Или это не туалет? Стоп. Где туалет? Так, мужской, наверное, нельзя, да? There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. American girls I'd like. Oh, I can hardly wait. Never be too cool like Nathan and Victoria. Вот это, кстати, фишка с братствами в университетах. Такая странная, блин, мне до сих пор кажется. Bully free. Ага.
Why Arbus? Никто не обратил внимания, что камера разбилась. Что, серьезно? Это, кстати, наверное, очень дорогая камера, да? Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her when I took my selfie, Jefferson. Резерва это же иссякает. Они про путешествие во времени. Или я что-то не. Это я просто знаю только персонажа оттуда. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. Your generation so I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? Что бы я делал, если бы умел время отмотать назад? I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here who knows this? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. О, гангстер, привет. Да, наконец-то. Я именно так. What if I rewind again and give him the right answer? Именно так я и выгляжу на самом деле. Я просто стеснялся своего лица. Victoria, the Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American Я не понял. Я перемотал что ли слишком сильно или что? Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail. Или мне надо остановить на определенном моменте, я не понял. Max, мне надо было до конца and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process. То есть, собственно, она не знала ответа, она спиздила ответ Виктории. Around 1830. Не, в гайд я не буду заглядывать. Как будем, как получится, так получится. Она знала настоящий ответ правильный. Вот сука! You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of Evan. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Вообще, это охеренная способность отматывать время назад. Даже минут на пять, это, блядь, это многое меняет. А, Кейт? Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just dripping. Too much stress. I know the feeling. I wish we didn't.
Я буду с ней максимально мило обращаться. Она так выглядит, да. Wowzer, you are blowing it. Save that girl. There's no time to fuck around here. Нормально, я умею время назад отмотать. That girl is going to get shot unless you go. You don't have time to gaze. Get out of here. Она говорит, you don't have time. I have all the time in the world. That's not as interesting as that girl about to die. Я не смотрел Резира, поэтому я не знаю. Я знаю... погодите, стоп. Стоп. Резира и Sword Art Online — это разные вещи, да? То есть она из Резира, а не Sword Art Online. Окей. Я их перепутал, блядь. Так, то есть главный герой Резира не Кирита. That girl needs your help now. Stop wasting time. Go. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Так. What are you waiting for? Go. Мне нравится это сравнение. Возможно, когда-нибудь стоит заценить обе вещи. Так. Блять, я серьезно просто, я думал, что это одно и то же. Окей. Бля, что она переживает? Она может время назад отматывать. If I want to be an everyday hero, I better go save that girl. Stop this bullshit and go save that girl. That girl is going to get shot unless you go. There's no time to fuck around here. Get going, Max. You don't have time. Да, кстати, Юзакуна давно не было. Victoria hasn't moved from that spot. I wish I could go talk to Mr. Jefferson about what's going on. But I can't. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Блин, какой он умный, он такой потрясающий персонаж. Don't let me stop you. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think Блядь, John Lennon once said that life is what happens. Я только сейчас понял, только утром слушал подкаст, начало подкаста, и там Сара рассказывал про мангу, в которой чувак плагиатил все мангаку, про мангаку, который плагиатил все, типа, во времени или где там путешествовал. Блять, это то, чем тем занимается Макс. Она отматывает время назад и пиздит. Она пиздит все, отматывает время назад и использует то, что она спиздила. Нормально, успею. Please, I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Forget about them and go before that girl dies. How can everybody look so calm when I feel so stressed? Yo, Daniel, you remember that it's Daniel is getting bullied all over again. I hope he doesn't remember. I forgot. You can't help me at all, Logan. Sure, nobody kicks your ass. Yeah, your ass. Logan, seriously, leave me alone. How long are you going to stall? Move. Да бля, ну чё ж она такая? Она может спокойно время отмотать. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo.
Then the butterfly flew in, and I took a photo. Leave them out of this bitch! You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Don't ever tell me what to do! Wowzer, it's happening again. People trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this! I need a hammer to break it open! О, нет, где мы взять молоток? Get that gun away from me, psycho! Oops. Holy shit, I can't let this happen! Мне кажется, она умерла. If I can reverse time again, I can help her. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way. Don't ever touch me again, freak. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Действительно, что происходит? Freak out. Не знаю, про каких лесбиянок ты говоришь. Здесь нет лесбиянок. That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Так, ну что, мы сделаем максимально эту нужную вещь. Мы расскажем директору, что у кого-то, блядь, был в школе пистолет. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. Серьезно? You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Hide the truth. Какого хуя? Вломим этого мудака. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott? You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. Должен директор так реагировать на репорт или нет? Are you gonna bust him? This is serious charge. Тебе только что, блядь, сука, сказали, что здесь человек с пистолетом ходит. Ты не так должен реагировать. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? А что я могу сказать? Ну, блин, не, просто, понимаешь, в школе, если ты директор, ты... отвечаешь за, как бы, ну, головой за это все дерьмо-то, нет? You look a little stressed out. Are you... Давай сразу к ответу. То же самое, окей. Короче, ладно, наплевать. Мы, короче... This action will have consequences. Отлично. Мы, короче, будем вламывать этого Нейтана при первой же возможности.
А, тогда это объясняет, почему он в школу с пистолетом ходил. А, ну хоть что-то. Так, сейчас через секунду я подойду. Так, я вернулся. Надеюсь, ничего не в этот раз не отлетело, не отвалило. Так. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Ты узнаешь в приквеле? Так. Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Американский футбол, я не сразу не понял. Так. Прикольно, что я не со всеми учениками могу поговорить. Хейден! There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Ладно, персонажи здесь, хоть они мне не особо нравятся, но они довольно прикольные сами по себе. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Ну а чё им не бездельничать? Ты их сейчас эвакуировали из школы. What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Так, бля, хуя здесь вопросов-то, кстати, стало. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Мне нравится, что, в принципе, вот эта вот история идет, где они пытаются расследовать, что произошло с Рэйчел там и все такое. Это клево. Did Victoria like Rachel? Я бы хотел полноценную детективную игру вот такого типа. Don't think you know Victoria вот, so well. Может быть, как раз... She respected Rachel. Шерлок Холмс похож на это. Вот от этой студии, нет? Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us.
and I'll deny I ever said that. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but... Don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Hi, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ага. Так, этому чуваку я бы не доверял. Так, мисс Грант. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves Я имею в виду не по этой причине. Я к тому, что он что-то какой-то это больно... Блять, что она меня спросила? Давайте согласимся. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Так. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land, to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Блять, я с удовольствием в Tell Me Why поиграю. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Я тут пытался в Сталкер Чистое Небо поиграть, долго не выдержал. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. А все-таки он слишком крив. The petition is going well. I think we'll hit our goal. Так, окей. Че, девчонки, можно с вами поговорить? Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Так, всем здесь по 18 hey лет, there, да? Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? He's aloof. He seems like he's always above you. Not like a snob, but like you don't know what's in his head. Maybe. Mr. Jefferson just has his own style. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Мне просто интересно возраст персонажей, чтобы понять, как к ним относиться. Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal. But she's not the only player. Now, how do you know? Интересные темы поднимает игра. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Uh-huh. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Стелла какую-то хуйню несёт. I'd like to study this photo, if you don't mind. Какого фото? Ты стоишь, пиздишь с бабой. Так, ну ладно. О, смс-ка пришла. Так, от Ворона. Hello? Ну вот, Ворон, нормальный чувак. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Это же этот актер из Чужих, который Game Over Man. Пакс, Билл Пакс. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work.
Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Хуя, у них звездный учитель прямо. Ну, я как раз моды поставил. All Good Stalker мод и с ним играл. В принципе, прикольно, но не мое все-таки. Вот эта фишка лежать на траве, да? На улице. Как-то работали с итальянцами, и мы их возили на обед на машине с чуваком. И потом их надо было со столовой забирать и ехать обратно. И вот они пока нас ждали, они все разлеглись, там тоже, прям на асфальте, падлы, блин. Мы испугались, что там с ними что-то случилось или что еще. Потому что думали, бля, что они там валяются. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Потом они все не влезли в машину, одного пришлось посадить в детское кресло. Потому что машина девятка была какая-то убитая. Потом поехали, когда парковались, врезались в дерево. В общем, весело было. Так. I think his name is Evan. He always looks so intense. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Good try. Wrong answer. Бля, какой ты мудень. Sorry, I have to get back to my portfolio. No time for amateurs. Охуеть! No offense, Max. Ему никто лицо еще не набил здесь, интересно. Hey, Evan. Let's see if you're worthy of it, Max. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Пизда. Как хорошо, что можно уже время назад откатывать, а? Hey, Evan. Let's see if you're worthy of it, Max. You have to answer a simple question. Ну, вообще, да, с таким отношением. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. И что он имеет в виду под портфолио? These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Как, кстати, приняли вообще Before the Storm? Потому что я ни хера про эту игру не знаю. Все, что я видел, это когда Сара с котом в нее играли. Это было очень давно, и, по-моему, это было на этой же локации. А. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles work best with my eye. You were close. Like brother and sister in arms, she understood me, never judged me. I hated her vortex club click, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Sorry. I have to get back to my portfolio. Окей, с ней явно что-то плохое произошло. Так. I need to go there and grab Warren's flash drive. Подождет, Уоррен подождет. Люк. Clever. А, Vortex Club sucks. Блять. That's Luke Parker. Сука, ненавижу. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work.
You know him. I busted him today with a gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today, and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. I'm glad you told me that, Max. Let's talk later. Cool? Вообще, она должна была по-хорошему сразу в Твиттер написать: «Эй, тут какой-то долбоёб с этим, с пистолетом ходит в школе». Или что там? Что было в 2015 году? Твиттер? Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Допустим. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Вообще, да, вот это... So what happened? Это каждая хочет, наверное, девушка слышать. There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She has a good heart. Okay. Не проходя... Кстати, когда я первый раз проходил игру... No way, you're a good substitute. О, блядь, мужик, нахуя ты это говоришь? Ой, блядь. Oh, that's a good posture. Это... Когда я первый раз проходил игру, когда еще была интрига, кто мог быть там убийцей или похитителем, что-то, он один из вариантов был у меня в голове. Best portrait ever. The section will have consequences. Отлично. Thanks, Max. I'd like to draw you another time if you want. Я ничего не буду говорить. По поводу с... Я не буду спойлерить. Хуя себе чат. Он реально сквозь меня сейчас прошел. There's Justin and his skater posse. They're so cute doing their tricks. Ой, она реально ей... она реально на него под это... А гангстер, я ничего не скажу. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrash? Thrash? You mean stage diving, or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Так, такое ощущение, что его озвучивает мужик лет под 40. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrash? I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. You! И что, это типа впечатлить должно было? Hey, you never really escape Betty. I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel Amber and her punk friend used to skate with us. Ah, pet Rachel. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes. One day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards.
Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Возможно. You can watch us destroy these rails. Я ненавижу этих ребят. Can't go that way. Так, кого мы еще здесь не видели? Что она там увидела? Так, мы со всеми поговорили, получается, здесь что? And this is where the otters perform their aquatic magic. Чё, warning, no admin, чё? Admittance without faculty supervision. Otter power? I'm so not there. They sure get a lot of mileage out of otter power. А, белки. Тут не надо белок фоткать, нет? Brooke actually has a drone. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? Блядь, серьезно? You Макс, read серьезно? Too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Oh, какие же они все говнюки. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? Бля, серьезно. You read too many conspiracy sites. То есть оба варианта ведут к одному? This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Что я делаю не так? I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. What a complicated name for such a tiny drone. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? That looks like a high-fly drone. Model B400. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Max, why would you know that? Довольно лицемерный человек. I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Да. Here, give the drone a whirl around campus. Я бы ей не доверил дрона. Да, чуть не разъебало, реально. Так это не я управляю, это видеоигра управляет. Ну, походу, она по одному кругу летает, да?
Ладно, я и тогда я накатался. Так, ну чё, мы со всеми, да, здесь переговорили? I bet David Madsen would love to spy on us with this kind of drone. Here. Да не хочу я отстать от своим дроном, блядь. Так, всё, валим отсюда нахер. Мы идём в свою общагу, да? А, мы здесь не были. Это кто? I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. О, ачивку дали. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. Вообще мне пока нравится всё. I keep expecting to wake up one more time. То есть, если она вышла в 15-м году, 5 лет спустя, сейчас играю и, блин, вообще хорошо идёт. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Так, ну ладно, давай, вставай. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Согласен. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Дэниел. И мне нравится, тут, по-моему, все эпизоды заканчиваются клиффхенгером очень клёвым, если я не ошибаюсь. Come on, Logan, bring it, bro. Yeah. Не знаю, я никогда в общаге не жил. Атмосфера тут такая интересная, конечно. I need to go to my room and return Warren's flash drive. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Чё, общага? Hey, Logan Robertson, all-American asshole. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Okay. Он меня назвал бро, что? No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Awesome. Это типа он меня оскорбил, что ли? Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows. Warren, может быть, соврал. Zachary always looks like he'd rather be throwing back a beer than a football. Football, Max. Big football. Step away. Glad to see our campus is eco-friendly. There's Kate, looking sadder than usual. Hi, Kate. Hey, Max. How did you like class today? I don't remember. I guess I don't care about much of anything today. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. Ого, да она тоже тварь. Seriously, Max, I don't want to talk. А, я хочу. Max, get a clue. Seriously, Max, I don't want to talk. Да. Сэмюэл. Это второй был у меня... как сказать? Второй кандидат был на плохие события. Good old Samuel. Some people are creeped out by him. He's not creepy, just X-Files weird. Howdy, Samuel. Well, hello there.
What's up with these Rachel Amber posters? Only she would know that, right? I guess. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward, like a clock. You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Okay. What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. See you later, Samuel. And why don't you step around here, Max? After I sweep, I paint. Угу. Это звучит очень крипово. Sweet. Так, с кем я еще не говорил? С тобой не говорю. Алиса! I feel like Alyssa and I should be better friends. Oh. Hi, это потому, что она толстая. How are you doing? Fantastic. I'm by myself for eating chiclet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off for chiclet. Брэклион, привет. Good point. Да. Now if you'll excuse красоту, me. Так сказать. Sorry. I really have to find out what happens. Хана тоже, блядь, все они такие. Don't take it out on the tree, loser. Glad to see our campus is eco-friendly. Так, ну... Oh shit, there's Victoria and her mean girls. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Ты можешь время отматывать. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Fuck your selfies, which is кстати. Sorry, no paparazzi allowed. Звучит неплохо. Это гениальная фраза. That's the first and last time I expect to hear that. No. Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Так, так. Что мы с ней сделаем? I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Nice. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive кот, to beat it. Добрый вечер. Так, так, так. Так, так, так. Что у нас здесь? This main sprinkler valve looks easy enough to use. Ну так юзай. This main sprinkler valve looks easy enough to use. В Godfall не верю вообще. Blade Runner, рандомный рекинус. Blade Runner. Звучит, кстати, прикольно. Я бы в Snatcher бы поиграл, но жаль, он на английском полностью. Damn, I missed something. I better rewind. Так. Так, сейчас из новых игр. В Ratchet & Clank я просто, мне он не интересен, честно говоря. What the hell? Are you kidding?
Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Так, окей, мы ее прогнали на сюда. Что теперь? Sweet. I can't grab that. Samuel is way too close. Я понял. Сейчас мы отматываем назад. Так. Okay, let's see if this works. Что еще там показывали? Ну, Demon Souls это Demon Souls, там вряд ли его смогут испортить. Are you kidding? Так. Look at that, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Я не могу сейчас больше ничего вспомнить из новинок, честно говоря. You look great. Киберпанк, наверное, интересно будет поиграть. Sweet. Что еще-то есть? Господи, я даже не знаю, что еще может. Что же сейчас произойдет? Okay, Victoria? Oh, Samuel, okay. Sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on. We'll get some towels. Ah, да, Якудза новая, да. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Да, Макс, только что создала проблем для Самуэля. Ей, Макс, ты молодец. Go, Max. Вперед, Макс. Sorry. I really have to find out what happens. Hey, Victoria. What do you want, Max? Make fun of comfort. Так, вот это сложный выбор. Так. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. And no filter needed before I post this. Now please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. Yeah. So does Nathan. Maybe I shouldn't have done that. Now I have to get to my room, then see Warren. Вообще это было не так интересно, как я думал. То есть это даже не фан, это... О боже, она измазалась с краски, и я это... Я ее типа... Hey, Victoria. Запащу. What do you want, Max? I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. Nah. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. Nice, he's one of my heroes. Thanks, Max. Yeah. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Да, эту игру я проходил. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Я проходил ее, когда она выходила. Я знаю, как бы, я помню сюжетный замут, я знаю, кто главный злодей. Это самое. Но я некоторые моменты не видел. Но, честно говоря, вот этот момент гораздо, вот это лучше гораздо, чем типа, где она хотела над ней подшутить и все такое. То есть, не...
оно само по себе не очень как-то получилось. Вот это поинтереснее сцена была. Ей, общежитие, общажка наша. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Она подталкивает к правильному решению, да. К типа правильному решению. Welcome to Black Hill. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Редрам. А кто 217-й еще раз? Welcome to Black Hill. Стелла Хилл. А кто такая Стелла Хилл? I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Так, да... Что? Even unrunning conceal... Trade firearms. Young guns uses fun, safe, perfect play... А, реплики. Фу, блять, я думал... Man, people here are merciless. Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Так, сейчас. Taylor is a slave. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. As if. Juliet, extreme reporter. Тот Лейтис фильм Найт. Ладно, какая-то, какие-то вещи здесь клевые. Прикиньте, так собираться и смотреть фильмы 80. Nice atmospheric shot. Needs dusting. At least that's an alarm from this century. Так. Туалет не пускает, вот суки. Be alert on campus. Always be aware of your location. Always let a friend know where you are, where you going. Always report an incident immediately to the campus authorities. Так, то есть... в принципе... Ну, это правда... Кампус, но она, опять же, она сразу пошла к директору и сказала, что видела человека с пушкой, да? И директор не сделал нихуя. Спасибо тебе, директор. Так. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. We get it, she's missing. Somebody has gone crazy with these posters. They live. Блин, не, мне нравится. Мне нравится вот это вот, что здесь можно ходить и... Okay, this is just mean and stupid. The universal symbol for please leave me alone, asshole. This is like the public DNA of our dorm. Oh, Pickle Rick. Vegan Club, господи. Be monthly and be friendly. Эй. Так, это моя комната, да? Нет, это чья комната? Нет, это не моя комната. О, oh, Виктория, give me a fucking break. Ганди, да-да-да. Круто. Виктория, блин, мне Виктория, должен сказать, когда первый раз проходил игру, она мне не нравилась. Сейчас она, наоборот, мне нравится. Это
Это отличный персонаж, на удивление. Она циничная гнида такая вообще. But what's this poster really trying to tell me? Моя комната 302, окей. А, погодите, даже не на этом этаже, что ли? А, нет, нет, погодите. 219. 302 это... А, я понял, я понял. Я сразу не сообразил, извините. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Мы никому не отдадим Ворона. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Это обязательно надо рисовать, или это просто? Я не понимаю вот эту фишку. Obvious, but true. Ей, наша комнатка. Home, блин, вообще... My favorite cocoon. Вообще комната у нее очень неплохая, я должен сказать. То есть у нее здесь место дохерища. Так, от мамы пришла смс-ка. Я могу ей ответить, нет, на смс? Блять. То есть, да, директор сказал, что мы, типа, соврали насчет того, что кто-то в школе ходит с пистолетом. Директор говно полное. Директор мудень. Так. О, печеньки. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. It's hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Ну ладно, хоть семья у нее нормальная. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Она, кстати, переодеваться здесь вообще будет? Я не помню. Would Man Ray call them selfie portraits? It's such a pretty guitar. I need to play it more. А знаете, где еще можно было играть на гитаре? В Фаренгейте. И, по-моему, правильная игра на гитаре открывала там доступ к любовной сценке с бывшей женой главного героя. Если я не ошибаюсь. Под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем. Возвышается крест, я забыл, да? Блять. Ладно, она, короче, так и будет играть, да? Так, что еще здесь есть у нас? I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Только я не понял, ей нравится спорт или не нравится спорт? I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Instant film is so damn hard to find and expensive now.
But I can't help it. I'm analog, not digital. Какое-то есть слово, как так называют таких людей, но как-то не помню. А мне, честно говоря, Wolf Among Us — это же Telltale, да? Мне они не слишком заходят. Я Walking Dead пробовал, я прошел первых два эпизода или первых три эпизода. И прошел один эпизод Бэтмена. Мне не нравится. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Бэтмен, если Walking Dead еще был более-менее интересен поначалу, то Бэтмен я просто ненавидел. Я практически ненавидел все время, что я в него играл. Не выдержал долго в него играть. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. Её папа дровосек. That was a good hockey game and a great fight. А, нет, всё-таки хоккей нравится. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. А, да-да-да, Сэм и Макс я прошёл несколько сезонов. Но они, в принципе, были, мне понравились довольно. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. То есть у нее сегодня день рождения, что ли? А сколько, интересно, это 15-й год, да? Не сильно, наверное, отличается от сейчасшнего времени. Сколько, интересно, для полироида или инстакамеры вот такой стоит эти пленка и вообще этот бумага, интересно. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Цвет надо экономить. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. 60 бачей. 60 бачей. Cartier-Bresson, Doisneau, Hamilton, the greatest. Ага. I should hit the thrift store and pick up some dollar vinyl. Is that too hipster? Блядь. Music inspires me in my photography. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Серьезно? Нихера себе. Я надеюсь, что у него дома вот такая же стена. Я полироид один раз только в детстве видел в каком-то магазине. It feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre. У меня, кстати, дома нет приставки, это пиздец. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Кассет 2500 рублей, пиздец, это дорогое увлечение фотографией, очень дорогое. Ей повезло, что ее родители это поддерживают. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Warren, best boy ever. Каннибал Холокост и Ультра Виксенс. Звучит как хороший тайтл.
Так, сюда мы заглядывали уже, ну? Да. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe. Here's my go-to source for instant photo inspiration. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. У нее немного голос, даже когда она вроде говорит о вещах, которые... Почему музыка стихла? Которые вроде ей нравятся вещи, да? Она о них говорит, и все равно при этом она как-то... я не знаю, как-то равнодушно, что ли, говорит, или монотонно, я хер сказать. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Brad... Instant film is so damn hard to find and expensive now. Да, да, точно. But I can't help it. I'm analog, not digital. Так. There's my poor laptop begging me to check in. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Mm-hmm. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Uh-huh. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Совсем другая эпоха. Looks like Dana left me a little post-it note. Так. Это кто? Дейна, да? Окей. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Погодите. Разве можно так в чужую комнату просто зайти без спроса, взять чужую флешку и съебаться? I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Приятного аппетита. Я, кстати, морскую вообще не ел никогда. Так, Дейна. А где у нас Дейна? В какой комнате? You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. А, понятно. Мы знаем, куда идти. Welcome to the real drama queens of Blackwell. Let me out, Juliet. This is so stupid. Answer, you wuss. Juliet? Juliet looks like she's ready to throw down. You are ridiculous. Dana's still a cheerleader at heart. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Juliet Mason. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Теперь мы можем отмотать время назад и притвориться, что нам на нее не насрать. Hey, Juliet. Oh, yes, Max. I've locked Dana in... Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks.
I locked Dana in because she was sexting Zach, Саров, my boyfriend. Саров, все 7 на первой локации. Могу уже превращаться в Супер Макс. How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Так, окей. Блядь, что за квест пошел? Так, где у нас Виктория живет? Ох, нихера себе комната она. Она в два раза больше, чем наша. Speaking of selfies, let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here. And this one there. Hmm, a pattern is emerging. Так. Ну вообще вот это уже какой-то реально дик мув. То есть ты пришел в чужую комнату, и ты здесь, короче, что-то нахерачил. Не, я не играл в Zero Time Dilemma. Я его хотел как-то купить, но так и не добрался до него. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Так, знаете что, мне как-то некомфортно даже вот с этим дерьмом вообще. Сфоткать сфоткали, но что-то как-то вот это было странно с ее стороны. Так. Ouch. Да. At least she puts her photographs out there. Unlike me. Dior, Givenchy. You could pay for my tuition with that wardrobe. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says, that's one of the best sci-fi films ever made. Oh man, this is so wrong. Mm. I better find proof fast. Да, это сейчас было отвратительно вообще. Это вот это можно назвать словом кринж. Фу, блядь. Как, с чего они... Вот реально кому-то нравится с Final Fantasy Spirits Within? Хоть один живой человек есть, которому он нравится? Remember, you're not a criminal. You're a ninja. So move. Those boots are made for walking runways. Ну а ты не человек, Сара. Ты... Я даже не знаю, как тебя, собственно, назвать. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Так, Zero Time Dilemma. Мне, кстати, надо реально, может, в список добавить будет. Так. Бля, не, вообще клёвая комнатка. Мне нравится гораздо больше, чем у Макса. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. No, officer, I'm not snooping. Just admiring Victoria's cutting-edge tech. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Блядь, я бы хотел себе 3D-принтер, на самом деле. Тем более, что, в принципе, это по моей специальности, можно сказать, по учебной.
Я учился как раз на этот, на выплавление из пластика всякой фигни. They should call this series aloof. Cold and soulless. Kind of like Victoria. Так. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Без комментариев вообще. Окей. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Так. Victoria is a real Jefferson groupie. Вряд ли. Сейчас проверим. Это было бы уже преступлением. А мы всего лишь в чужой квартире, комнате. Мы же не нарушаем ничего. Фу, блядь, кофе налито, вот так и оставлено. Чашка, это отвратительно. Yes, Victoria has the best retina screen laptop. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. 857 друзей, 1126 подписчиков. Окей. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Кто же общается друг с другом емейлами в наше время? Так, а где принтер? Погодите, стоп. Вот. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. This isn't even recycled paper. Victoria's not doing her part to save the earth. Нихуя себе. But this is for a good cause too. This better convince Juliet that Dana is innocent. Бля, я бы не выдержал жить в общежитии, реально. Я смотрю на это все. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Хороший Still вопрос. Love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Эй, мы нашли себе друзей. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see О, Warren. О, какой у них телек. Pringles. Нет, не Pringles. Так. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I Ох, guess. Ни хера себе, она реально фанат. Dana takes her Blackwell spirit seriously. Вот это мне нравится. Вот это ходить, все, осматривать, это круто. It would be a cool sticker without the words. This is both sad and pathetic. О, добрый вечер. Привет. Так, сейчас. С ней, да, поговорить? Dana really does look stressed about all this. В Shenmue есть тайм-лимит. Hey, Dana. Seriously, thanks again. Я не знаю, я бы в него поиграл бы как-нибудь. Но... Real mature. Особенно в третью часть. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. А, день еще. And to ну, pull неплохо. That prank on a friend? Это сколько разница в часовых поясах? I'm in it, and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you.
Yeah, Warren, good guy. He's a good guy. A geek like me. You saw the files in his flash drive. Tons of crazy shit. Films I've never even heard of. And in a special folder called Max. Yeah, okay. I gotcha. Are you blushing? Какого хера она вообще чужую флешку взяла? Go ahead and grab the flash drive whenever. Блин, я как-нибудь хочу все-таки Dreamcast приобрести. Семь часов, охренеть разница. Ooh, Dana's Facebook wall is up and running. I shouldn't look. Конечно, мы должны. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. It's so fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Так, ладно, валим There's отсюда. That damn flash drive. Блядь. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. Must Немножко кривенькая игра, конечно. So Max never has to chase it down again. Нет, с озвучкой здесь что-то все-таки такое странное. Now I feel too wiped out to leave. Так, что, валим, да, отсюда? О, от Ворона пришло письмо. Так, Fuck this shit. Fuck. That hurt. Damn. I better rewind. Точно надо ли мне? Ouch, poor Alyssa. That'll leave a bruise. А должен сказать, что первая часть, она, блин, очень неплохая. То есть я ее проходил еще по старту и сейчас играю, и мне прям приятно Alyssa, в нее играть. Move your head. If you insist, Max. То есть тут есть. Ну, блять, а так бы мы спасли. Вообще, мы могли бы спасти стекло. Это самое. Второй сезон, не знаю, неплохой. Это Before the Storm, который. Тут персонажи интересные. Тут ситуация клевая, сама интрига классная насчет того, что тут на закручится. В первом эпизоде еще толком нет, она вот только умеет перематывать время назад. А, это самое. А потом дальше вот это тут начинается убийство, вот это там закручивание, там заговор, все вот это вот и прочее, прочее. Это круто. I could almost feel sorry for him if he wasn't such a serious dick. Poor Juliet. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Он вообще говнюк. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Да, финал здесь не очень хороший, мягко говоря. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Так. Я смотрю, тут хейтеры синеволосых. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey. Nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Единственное, только вот сама Макс, конечно, она немножко вот это вот ее
я сделала хорошее дело, но, может быть, я неправильно сделала хорошее дело, может, мне надо было сделать все по-другому. Вот это... Кстати, а в Before the Storm нет же никаких суперсил, да? I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Блин, что-то, где-то что-то же было. А, господи, Spec Ops The Line. Вот в этой игре это идеально было. Ты всегда пытаешься сделать то, что тебе кажется максимально хорошим, и оказывается... И с каждым твоим шагом все становится только хуже и хуже и хуже. Good thing I don't have a car yet. Who toilet papers a bike? Хороший вопрос. Я в нее только в прошлом году поиграл, и блин, она мне вообще в мозг взорвала. Или это уже был позапрошлый год, не помню. The whole town is turning into one giant missing persons poster. Damn, somebody is seriously devoted to putting up these posters. Так. А еще я завидую вот этим фургончикам. Они мне всегда такими классными казались. That dog looks peaceful asleep, but if I get too close, Cujo. Что значит Cujo? Это референс на что-то. У нас в городе я видел всего два таких фургончика. Я предполагаю, что... Да, их наверное, у нас их, наверное, гораздо дороже обслуживать. That layer of dust is begging for my finger. It's not a dirty window, unless somebody writes clean me on it. На Стивена Кинга, да? Section will have consequences. Okay. I could use this picture for a series on our. Ну я-то откуда знаю, я не читаю книжки. В последнее время. Юш Кинга я читал только пару рассказов у него. Что? There. Now it's officially a dirty window. Как ты умудрился за два поста сразу проспойлерить всю книгу? A new surveillance system. That's how it starts. Кот, я хотел сказать, что я не знаю, зачем мне такой фургон, потому что у меня права просрочены, мне их надо менять уже года два как. Но я бы очень хотел себе такой фургончик. The whole town is turning into one giant missing persons poster. Энджела, привет. Это был не мой выбор. A new surveillance system. That's how it starts. Эй, best boy. Сейчас. Да ща. Мы еще с Джульеттой не говорили. Тарт, чё? Чё? Тарт. А, господи, retarded. О, господи, какой я тупой. Я реально retarded. А, не, я машиной сейчас не пользуюсь. Раньше, да, сейчас. И раньше, да, я как будто на ней ездил много. Я как направо сдал чуть-чуть буквально. Наверное... неделю поездил и все. И потом у меня права кучу лет лежали, и сейчас я тоже им не пользуюсь. I wonder how long before Samuel has to repaint that. Если бы
Если бы слушал песни из Персоны, я бы знал, что значит ретардер. I don't get it. How could Zack and Victoria do that to me? Juliet still looks upset about Zack and Victoria. I don't blame her. Hi, Juliet. How are you doing? Oh, hey, Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zack yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. Да, а потом he будет Metal Gear. He said he texted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Но она не подчиненная Були, она же не вроде не из ее этой, нет? Или она была из одной из этих? Я их просто не запомнил лица, честно. I don't feel like talking now, Max. Ой, извините. Да. Упс, 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 я на время начал отматывать назад. Max, get your ass over here. Да ща, мужик. Too bad those posters will be trashed and ignored. Так, ну чё, бейсбой? А, погодите, машину. Look at Warren in his wayback machine. He's a brave man. Ну, кстати... Come on over here, please. Бля, у нас, когда я учился... у нас первый, у кого появилась в училище машина, это была, значит, шестерка, у которой отваливался... Yo, Max, отваливалась крышка от бака и не работал спидометр. And there's Warren. Did he actually buy a used car? Hey, он лучший парень. What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is math, etc., etc. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer to draw? Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone. Пиратские фильмы, значит, смотрим, да? I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. О, звучит, кстати, Каннибал Холокост звучит как фильм, который посмотрел бы Сара с удовольствием. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Ну, может у них там с интернетом проблема. I need to talk to somebody, just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. Это про черепашек или что? Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today.
I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Серьезно? Max Caulfield, right? Ты, то есть ты смотрел «Каннибал»? You're one of the Jeffersons photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal? Now. Answer me, bitch! Да пошел ты нахуй! I told him the truth. A student had a gun. No, you told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. And did what, give you a stern lecture? Nobody. Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. You should talk to somebody, Nathan. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Carver. Какой крутой школьник, Эджи. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Ой, блядь! Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, that. Or that whore Wait, in the bathroom! No. Max? Chloe? No way. You again. Lawrence! Go! Go! I got this! Ой, блядь, Агата получил по лицу. Бля, Ворона жалко. Он ему несколько раз по лицу ёбнул. Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. Пошла нахуй, Хлоя. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Hopefully nothing after today. Мне не нравится Хлоя. So... Это худшее, что есть в игре. He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the Еще only one почему-то хвалят Эшли Бёрч за ее озвучку. По-моему, озвучка у нее плохая here. Тоже. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. То есть они 5 лет не виделись, да, это их первый диалог. That's why I'm here. И Макс, please, girl. После того, как пришла на учебу, даже не подумала с ней связаться. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Тут все варианты дерьмовые. I wanted to. I was just so tripped out over leaving Arcadia. Не, у нее телефон-то oh, есть. I'm sure your Она текстится с Вороном постоянно. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Ну, не, я нет. Чё, разбил камеру? Man, are you serious? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Wow, wow, вот эта дальность прорисовки сейчас была. Так, 20:40. Когда первый эпизод заканчивается?
Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Тогда, наверное, надо заканчивать здесь, потому что скоро за черепах-ниндзя садится. Чё, всё окончательно, что ли? Её не получится восстановить, как планировалось? My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. Да, сочувствую. This isn't кстати, exactly совсем my мало zone. Прожила она. My step fear makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Так. Ладно, я тут тогда и закончу. В принципе, как раз отличное место, да, чтобы закончить. Вообще идёт очень клёво. Мне нравится. Кстати, комната у неё говно. У неё ещё и потолок протекает. $300, да. На понях мы будем смотреть сегодня «Черепашки-ниндзя 2» фильм 91 года, если не ошибаюсь. Сейчас я на всякий случай сброшу. В 9 часов. Да-да-да. Не, ну, это же Хлоя, она отвратительный человек. Так, окей. Блин, первые черепашки-ниндзя были офигенные. Это вот, я сверху кинул ссылку на канал Pony Pony Massacre. Там, короче, обычно по выходным в 9 вечера смотрим фильмы, по средам аниме. В общем, на той неделе мы смотрели первых черепашек-ниндзя, они оказались охеренными. Это потрясающий фильм был. Сегодня второй фильм, но от нём хуже отзываются. Начинаем в 9 вечера. Так. Ну, это же черепашки-ниндзя, как их можно не любить? Ну ладно, все тогда. Всем спасибо. Всем пока.